Нашел самое оригинальное кресло в мебельном торговом центре Grand. Он с такой спинкой, как будто лист, обшито кожей. Но у меня очень главный вопрос. Кожа, кстати, красивая, плотная. У вас есть кресло, не сшитое из кусочков, как будто из отходов, а вот такое монолитное, из цельного куска кожи? Ну, во-первых, если из цельного большого куска, достаточно сложно, это большой расход кожи. И все-таки дизайн проработан так, чтобы вот где-то на каких-то диванах большие куски кожи, а на каких-то диванах можно было использовать и не очень большие, и чтобы они были красивые, удобные и гармоничные. Вот таким образом делается эта мебель. Убедили.